Гудвайн — это я, а я Алик Макарчан, и я люблю все, что вкусно. Я старший продавец мясного и рыбного отдела. Все, что касается вкусной еды, вот этим я и занимаюсь. Создаю полуфабрикаты и просто дарю людям хорошее настроение. И тут появляется Алик. Они все хотят стать Аликом Макарчаном, а я им говорю, что это неправильно. Потому что ты не Алик Макарчан. Армянская, настоящая домашняя долма. Я готовлю по рецепту моей мамы, и листья виноградные собирает она. Я мариную шашлыки по рецепту моего дедушки, чем я очень горжусь. Боже, по рецепту папы, мамы, бабушки, всю породу притащил сюда. Каждый день что-то новое, интересное. Есть вера в то, что ты делаешь что-то очень такое прекрасное, и это доставляет всем удовольствие. Мне аж мурашки пошли по коже только что.